Любовью к родной земле, жаждой гармонии, единения с красотой окружающего мира исполнена каждая картина Владимира Никонова. Малые размеры пейзажа, техника письма сближают его работу с миниатюрной живописью, хотя художником выработан совершенно самостоятельный живописный почерк и выразительный язык его произведений. Владимир Никонов – участник многих выставок в России и за рубежом. Также художник – один из разработчиков нового государственного герба России, а также символики и наград ряда министерств и общественных организаций. Открывшуюся в художественном музее выставку посетил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.